Хорошо. Окей. Хорошо. У вас один скажи что-нибудь, красавица. Пик. Пик. Why pick? My name Rima. And? Your shop, your business, what you want. Pinamaka din tam, Kashmiri shop, silver, patarwal. Pina working here. Это не от понимания. Рима, да. You have children? Yeah, one daughter. One daughter? Yeah. Two months. 2 months? Yeah. So small. Small. Wow. I'm here working. What is her name? Mine? Your daughter? Sia. 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 Rima and Sia. Yeah. Кто у тебя продавщица? Да, Papa! Ah, what?
Так, все, с камерой не драться. Пойдем туда. Корреспондентов не трогай. Don't touch the monster. If you will touch monster, you will be dead. Все, пора убегать. Ну, вот такое вот получилось за рисунком. Смотрим там, чем старшая поколение занимается. Темнота. Боже, как у вас темно здесь. Боже, это что такое? Здесь писатели. Чем вы занимаетесь? Писатели. Справа, по правой стороне. Итак, у нас здесь идет активный процесс приготовки к ужину. Особенно хорошо готовятся вот эти... Матрешки. Да. Мартышки. Вот. Берешь. Не знаю, которые из них. А что? Аню, дай гвоздик. Вон такую штуку делаю. Гвоздик дай. Вот такие вот. Мне не мать гвоздика. Так, вот. Пусть себе вышка, Катя. Вышка. Так, и так отбираем. И мамы так. И все закладываем. Все закладываем. Так, только это самое. Тарелку. Нужно знать, что вдвоем возле одной нити очень сложно это все делать. Но нам получится, потому что уже конец, и мы будем кушать сейчас. Так, ладно, все это все. Ну и все. У нас есть еще такие... Рыбка в кокосах. У нас самая популярная рыбка – это вангра. А говори по-польски, тебе лучше пойдет, понимаешь? Так, у нас наиболее популярная рыбка – это макрела. По-хиндуски – бангра или по-кунгхайски. Так, не получается. Да, выглядит аппетитно. Выглядит очень аппетитно сейчас вот этот цвет. Это в кокосах рыбка такая, выжаренная. Здесь еще что-то у нас есть. Тут есть уже соус дал, так званый дал. Мы это очень любим есть с грошком, ryż, с грошком. И ten groszek to się nazywa dal. С różnymi warzywami. То есть это типа гороховая такая кашка, из гороховой кашки делают такой соус. С цибулькой, с warzywami, с ziemniaczkiem, с яичком. Лук, яйцо, там. И к рису подается, это все называется дал. Здесь вот еще вот какой-то мужик здесь на плечах у этой самой плеча. Так, сейчас отверяй тен и садай на то лежит. Добре. Окей, классно у нас. Все происходит. Думаю, что еще... О, здесь уже вот. Вот уже сколько здесь наделали этих штучек. Но мы ждем. И бабасы даже не собираются подкрадать нам.